И вы на канале Лапсикат. Сегодня я вам покажу, что мы купили в магазине Далахан для Хэллоуина. Первый, мы купили эти двое, как вы видели на видео. Такие гирляндочки, которые светятся. Вот такой воробей, я не знаю какой. Что это? Вот эти гирлянды пришли из такой коробки. Мы купили. Мы еще купили такой для мамы. Тут это Джокер. Вот это Джокер, а вот этот браслет. Мы купили тут такие белые паутины. Но здесь, наверное, их нету паутин. И тут вторая пачка, потому что там у нас мало. Тут у нас такая маска фиолетовая. С таким цветочком. Тут бриллиантики. Тут такие штуки, потому что вот такие, чтобы потом не было больно. Тут он фиолетовый, как бы. Тут пёрышко. Надень. Ладно. Снимай картонку. Ножницы. Ой, она чуть-чуть небольшая. Вот. Носила вот так, то вот. Сейчас мы купили это для мамы. Когда она будет там одевать костюм, то такие колготки. Вот такие с бантиком. И тут какая выглядит. А теперь приступаем к костюмам. Вот первое. Тут это для Кирилла, моего брата. Вот такой. С маской такой. И с таким платьицем. Вот как выглядит. Вот тут еще есть. Это для мамы. Такая платьица. Это вампир. Да, это вампир. И тут у нас есть такое. И у мамы тут есть такое ожерелье. Оно красное. С такими рукавами. И с такой платьицей. Вон. Тут замочек. Вот тут. И вот как выглядит. Ну, как у нас нет колготки, мама оставит вот эти. Оставит. Это. Вот это для папы. Вот такой костюм. Вот такой длинный. А почему тут длинные? А, это же пальцы. Вот это. И тут всякая паутина. Это перчатки, Валера. Перчатки. Где маска? Вот. Тут маска. И вот перчатки и там. Да, и перчатки. И так дальше. Оно с черепами. Вот тут всякие черепы. А
А я где-то в таком костюме. Скелета. Есть даже костюмы такие. Вот. И всем пока-пока. И подпишитесь на мой канал Лупсикат. Всем пока!